Тот неловкий момент, когда уже многие начинают понимать, что скоро автомобили начнут двигаться по магистралям без водителя. Разработки таких автогигантов, как Ford, Mercedes, BMW и Volvo, в этом сомнении не оставляют. С другой стороны, есть скептики, которые полагают, что речь идет о стратегии, срок развития которой минимум 15, а то и 20 лет. Эта тема присутствует в повестке дня инженерных разработок довольно давно. Мы знаем, что уже имеются автомобили, в которых схема, можно так сказать, гибридная. Имеется опция, предполагающая выполнение такого маневра, как парковки, без участия того, кто находится за рулем. Есть и прототипы, которые могут двигаться по автомагистрали, если достигнута крейсерская скорость. Это позволяет мне сказать, что для того, чтобы машина не нуждалась бы в водителе, должно пройти не менее 15 лет. В первую очередь, такому транспортному средству потребуется система датчиков, которые бы регистрировали все возможные препятствия. Кроме того, система должна иметь открытый характер, то есть подразумевать интерфейс, позволяющий вести коммуникацию с человеком. Это станет в скором времени реальностью. Сегодня дискуссии идут главным образом о том, каков возможный уровень автономности, который разрешен будет для такого рода вождения. Для этого потребуется изменить и существующее законодательство, и систему страхования транспортных средств, и систему обучения вождению в автошколах. А когда потребители придут к мысли о том, что находиться за рулем перестанет быть исключительным правом Homo sapiens. Но это эволюция. Взгляды меняются, точки зрения тоже. Почему нужно уставиться на дорогу, когда устал, если можно почитать газету, если имеется автопилот? Думаю, что я с охотой бы передоверил такому автопилоту руль, когда устал. Но, как мне кажется, этого придется ждать и ждать. А пока я буду водить сам. В Лионе уже действует маршрутное такси, которое обслуживает сотрудников, работающих в офисах в квартале Конфлюанс. Правда, чтобы им пользоваться, следует запастись временем и терпением. Это маршрутное такси едет со скоростью городской конки.